тебе стоит на это взглянуть. А можете по друзья, да? Ой, страшно-то как! У него башка на 360 крутится. А какого черта? Меня шприц воткнули. Она с этим чуваком заодно стопудово. Ничего личного, Джеки. Черт, так темно. Твою мать, твою мать! Долбаная засранка! Мне надо освободить свои руки. Отмычка мне поможет в этом. И снова я в замкнутом помещении. Шикарно. Ну, довольно быстро выбрался отсюда. Okay, let's get out of here. Хорошо, надо выбираться отсюда. Итак, я в гараже. Она привезла меня домой, к себе. Найди выход. Есть записочка, по-любому там про меня. Ну да, конечно же. Эй, Джек, как прокатился? Сара прелесть, правда? Не сердись на нее, я щедро ей заплатил за это дело. Нужно торопиться, не могу выносить мысли, что Ханну похитили. Ты, наверное, думаешь, где твоя Ханна? Спокойно. Твоя малышка еще дышит, правда, слишком часто. Это так соблазнительно, что я еле сдерживаю себя. Хочешь полюбоваться ею в последний раз? Приходи на 1513 Вестфорд Стрит до рассвета. Будешь там вовремя, еще успеешь застать ее в живых? П.С. Сделаешь хоть шаг в сторону полиции, Ханне конец. Подонок! Ну ничего, ничего, я тебя достану, все равно рано или поздно. Значит, машину открыть тебе нельзя. Здесь ничего, что мне могло бы помочь взять. Бочку можно двигать. А для чего ее двигать? Это вопрос. Стул уронил, но его можно поднять. Ага. Как включить эту чертову лампу? Нужно поискать выключатель. Сейчас поищем. И вопрос. Кассета? На кассете? Не смотри, написано на кассете. Что там? Подожди. Как мне ее развернуть тогда? Монстр в лесу. Don't watch. Ну, типа, не смотри. Давай ее заберем. Кассета? И на чем мне ее слушать? Да в смысле слушать? Ее посмотреть надо. Там видео. Еще ящики. О, а это что? Видимо, еда была, я пожрал ее. Короче, все тут можно трогать, брать. Ну, не все, а... Ага, это тоже можно двигать. Скорее всего... Да что? Отпусти ты эту штуку-то. Мне можно залезть. Лампа есть, но выключатель так я не нашел. Подожди, вот же выключатель. Ультрафиолетовая лампа. Она явно нам что-то покажет, этот ультрафиолет. Тут у нас ничего интересного. 354. Где-то здесь я уже видел эти цифры. Где-то здесь. Сначала нужно отодвинуть колесо. Черт, заперто, нужен ключ. Куда же они ключ-то заныкали? Окей. Теперь ясно, для чего нам был ультрафиолет нужен. Значит, 3, 5, 4. Где ты эти цифры видел? Скажи мне. Ой, темно-то как. Нет, лучше пусть ультрафиолет будет включен. С ним всяко посветлее. 3, 5, 4. Может, номер машины? Нет. 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 3, 5, 4. 3, 5, 7. 3, 5, 4. А, русские номера висят. 82-й регион. Это Крым, по-моему. Выключатель. Сейчас, секунду. Я включил основной свет, скорее всего. Да, 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 основной свет. А, тут как бы две лампы получается. Одна ультрафиолета, другая обычно. Окей. Окей, окей. Ладно, выключу пока. Подняться наверх попробовать?
Заперто, ну конечно. Кто бы сомневался, что там будет открыто. Опа, приемничек. Кассета. Еще чего-то не хватает. То есть, подожди, это все-таки не от видока кассета была, а послушать можно, да? И почему я в радиоприемник... Как я в радиоприемник затолкал вообще кассету? Тут даже нет отъезжающей кассетницы. Странно. Чего-то не хватает. Антенна есть, наверное, батарейка. Слушай, а может быть номерной знак можно снять? Да, не, нельзя. Ух ты! Что в этих пакетах? Интересно, я их просто рву или я съедаю то, что в них... О, батарейка нашлась. Короче, я их просто тупо рву. Ништяк. Это мне пригодится. В ящике с инструментами ничего нету. Окей. Пойдем включать радио. Радио. Батарейка вставляем. Рад, что теперь мы стали еще ближе друг к другу, Джек. Теперь ты знаешь, как я звучу. А скоро, если ты не облажаешься, ты узнаешь, как я выгляжу. Но не будем забегать вперед. Я в курсе, что ты слишком умен, так что слушай сюда. Подними уже этот чертов коврик и возьми то, что я там для тебя оставил. Но если ты уже все нашел, то сорян, что не верил в тебя. Но у тебя и вправду туповатое лицо. И что Ханна в тебе нашла. И еще мой любимый цвет синий. Если опять не дойдет, то я умываю руки. Ну все, до скорого. Вот же мудак. Коврик поднять. А как... Ну, вот этот коврик, наверное, поднять. Тут больше ковров-то и не было. И... Что? Я поднял коврик и... Ну, в смысле его... Стырить? Может, это не тот коврик? А, подожди. Кажется, под этим ковром что-то есть. Нужно брать все лишнее и поднять его. Да, наверное, под этим ковром. Ключ! Конечно же, ключ. По его логике, я все-таки туповат. Да. Ладно. А как его зовут, кстати? Ну, да, не важно. Главное, что я знаю, как меня зовут. Ну что, дверь-то нет. В смысле? Подожди. Подожди, вот отсюда, наверное, ключ. Ага. Отвертка. Найти ключ от гаража. То есть отверткой я буду открывать двери, да? Странно, для чего мне отвертка? Что я должен ей сделать? Воткнуть вот сюда, и меня шандарахнет 230? Дайте подсказочку. Погоди, наверное, номерные знаки. Знаки номерные. Прикрутить обратно к машине, это же, наверное, от нее. Да? Нет? Сейчас, подожди. Отвертка. Во, откручиваем. Точно. С номерными знаками надо что-то сделать. Ну, допустим, я открутил. И там, скорее всего, ключ будет, да? А, вращать. Не могу вращать. Показать мышку. А, вот могу. Ключ! И тут записка. Да, это ключ от двери наверху. А для чего он еще нужен? Блин. Он еще и стебется надо мной. Ух! О, как тут приятненько. Покиньте дом. Да нет проблем. Где тут выход? А, ну вот. Вот ёлки-палки. Погоди, это тот, кто... Лысый чел? Чё ты хочешь? Ты кто такой? Это тот, кто меня похитил? Погоди, я слышу, что кто-то еще тут ходит. Серьезно, тут несколько чуваков? Да не, вроде один. Ты слышишь? Это Сара? Ёлки-палки, это не Сара. Мама мия. Спокуха. У кого может быть ключ? Офигеть, эти люди просто живут, зная, что у них в подвале кто-то... Хотя наверняка они не знали, что в подвале я нахожусь. Но на шум-то можно как-то отреагировать было? Что там кто-то бурагозит ящики и бочки дергает. Это записка. Отлично, надо почитать.
Хочешь узнать код? Узнай имя художника. Уже, блин, не знаю, как еще тебе намекнуть. Какого художника? Какой художник? 2309. Окей, я знаю код, от чего только я не знаю. Я даже не знал, что нужно его найти, этот код. Тут вроде бы все. А свет выключатель... Свет никак. Линдзи, is that you making noise? Блин. Меня подстрелили. Капец. Он меня не палит, прикинь, он меня не палит, хотя я прям перед его носом. Стелс-система здесь просто крутая. Если я сейчас побегу, то он услышит и сразу же спустится, поэтому я буду на корточках здесь перемещаться. Все, сейчас здесь проверю. Ванна, отлично. Стой. Никто не спускается? Ага, спускается. Вот я тогда здесь в ванной и побуду пока что. Записка. Я в душе, все, меня здесь нет. За Симпсонов не беспокойся. Я уже подготовил им место на кладбище. Да ты и сам видел. В смысле, то есть они живы? Погоди, я думал, они мертвы, и ты про них историю рассказывал. Людей от бездушных рабов отличает наличие чувств. У Симпсонов их нет. Так что возьми один из этих уродливых подсвечников и проломи голову этим мещанам. Какой это жестокий, а? Я там смотрящего кладбища укокошил. Ну, надеюсь, что не укокошил, конечно. Оглушил очень сильно. А ты мне такие вещи предлагаешь. Снотворное. Вот, кстати, может быть, снотворным их усыпить, чем подсвечником лупить. Я сейчас возьму. Понятно, снотворное я выбрать не могу. Мне нужно... Она же ходит на кухню, эта барышня. И там можно что-нибудь ей куда-нибудь подсыпать. Она говорит, я снова не могу заснуть. Какого черта здесь происходит? Говорит лысый чувак и спускается. Майкл, ты дебил, если это ты. Нет, не стреляй! Да сколько в меня стрелять-то можно? Я уже сдох, все. Все, я добрался до кухни. И нужно куда-то... Вот, чашка. Кружка. Кидаем туда две таблетки снотворного. И ждем, когда дамочка... Блин. Я просто сейчас вот так вот переползу. Барышня, спускайтесь. Я сделал для вас отличный напиток. Ага, она идет. Ништяк. Блин, почему субтитры отрубились, я не знаю. Просто вырубились и все. Давай, бахай. Ее муженек идет. Теперь она должна заснуть, наверное. So я пойду опять ложиться спать. Может быть, в этот раз усну. Где этот лысый дед? Подсвечник, кстати, можно взять на всякий пожарный. А наверху. Все, они наверху. Подсвечник возьму. На всякий пожарный. Ну, все-таки у него ствол. Поэтому... Открыть записочку. Искусство таит в себе все секреты. Блин. Я убежал от него. Спокойно. Можно в него просто кинуть? Нет, кинуть не получится. Он... Серьезно, ты только что видел чувака у себя дома, стрелял по нему и... Такой, дай к черту, пойду я лучше спать. Да уж. Женушка-то у него уже дрыхнет. Видит пятый сон, наверное. Где чертов кот водить нужно? Капибара сидит... А, нет, это обезьянка. Капибара размечтался. Он спускается, да? Да, он спускается. Сейчас я, короче, вот здесь вот засяду. Он же спустился?
I'm sure I've lost my mind. Бабах! Мимо! Просто присяду, сейчас я буду подниматься наверх. Вот так вот. Вот так вот. О, у него там разрез на башке! Закрыл дверь. Надеюсь, он сюда не войдет. А если войдет, то я вот здесь спрятан. А это что такое? Черт! Это самый плохой день в моей жизни. Я уже почти решился познакомиться с Ханной, но увидел, как из ее квартиры выходит этот Джек. И она целовала его. Я убью его! Погоди, я тоже лысый? Я лысый Джек? Теперь понятно, за что мне все эти проблемы. Это разве... Ну да, это можно назвать проблемами. Спокойненько. 9:59, окей. О! Сегодня я провел всю ночь с Ханной. Я лежал под ее кроватью и слушал ее мерное дыхание. Когда я убедился, что она уснула, я вылез и несколько часов смотрел на нее спящую. Она прекрасна. Моя любовь к ней истинна. Он реально шизанутый. Этот чувак меня и закопал. Вот он. Семья Симпсонов. Скорее всего, вот этот пацан, это он и есть. А это его родители. Похоже, этот парень не рад, что его усыновили. А, его еще и усыновили. Ну что ж, мы тут, кажется, все нашли. А это кто? Это же та девушка с кладбища, это Сара. Она давно знакома с этим говнюком. Вот так-то. Ну, это мы уже сразу поняли. У меня новая семья. Теперь я Симмонс. Но что-то мне подсказывает, что я так и не смогу стать хорошим сыном. Фредерик и Линдси не любят друг друга. Это мерзко. Неудивительно, что у них нет своих детей, они этого не заслуживают. Они заслуживают смерти. Смерти в разных могилах. Все прочитали, все проверили. И можно теперь идти в спальню. Я единственный код забыл, прикинь. 23:09, по-моему, был. Пошли. Переходим в прачечную. Дверь здесь не закрыть. Здесь, кажется, ничего не открывается. Ничего взять нельзя. Ага. На улице тише, гладь. Ну, 10 вечера, как бы понятно. Уже все готовятся ко сну отойти. Так, мне кажется, он поднимается по лестнице. Я здесь побуду в ванной. Подсвечник, наверное, убрать от греха подальше надо. Но зачем убивать этих людей, правильно? Грех надо ж убрать. Hey, who's there? Тихо! Двери. Фух. Ты меня засек, куда я убежал? Ага. Подолбился немножечко в стеночку и хватит. На этом. Жёнушка его спит. Он в унитаз смотрел. Прикольно за ними наблюдать. Так, все, он пошел вниз. Даже? Даже, отлично. Итак. Понятно, сейф. Это же девушка с кладбища, это Сара. Они с... Где ты это увидел? Подожди. Это Сара? В смысле? Где ты увидел? Откуда я эту надпись прочитал? Выкинь это. Оу, оу. Я думал, что я парик с нее сбил. Линдси! Линдси! Он бежит сюда? Я присяду на всякий случай. Я просто взял об Линдси, об ее бошку, разбил плафон. Ты заметил, что нет одного плафончика у вас? Светильника. Тошны. Ему пофиг. Он лысый. Все, он свалил. Пойдем вводить код в сейфе. Так, 29.
03? Нет. 23.09. Есть. Джек, ты верно мыслишь. Ключ действительно был тут. Но я подумал, что это было бы слишком просто, поэтому я решил закопать ключ заживо. Прям как тебя. Я зарыл его где-то в этом доме. Где именно, не помню, но думаю, ты разберешься, как выберешься отсюда. Загляни в мусорку перед домом. Я оставил тебе там подарок. Раскопайте ключ в горшке. Почему я видел здесь надпись, что там как бы... Здесь дверь. И такое ощущение, что тут вот можно пройти туда. Но как это сделать, непонятно. Вот, смотри, это же девушка с кладбища, это Сара, они... В смысле, где вот... Тут картинка какая-то, что ли, должна быть, или что на шкафчике? Странно. Ладно, неважно. Нам нужно отсюда выбраться. Ключа у нас нету. В горшке ключ, да? В горшке. Я дверь закрыл. Блин. Дверь не открывается, прикинь. Он, походу, там стоит. И эту дверь закрыл. Так, ключ в горшке. В этом горшке использовать? Нет, не в этом. И не здесь. Ну что, он там ушел? Ой, блин, он прям тут стоит. Окей, подождем. Тут еще один горшок есть. О, открыть можно. Ее зовут Ханна. Ее имя — музыка для моих ушей. Шлейф ее духов помогает мне не сойти с ума. Мне так нравится наблюдать за ней. Хорошо, что она редко зашторивает окна. Скоро уже, скоро я наберусь смелости и заговорю с ней. Как же я люблю ее. Я люблю ее еще сильнее, чем папа любил маму. Боже, он одержим моей Ханной. Он шпионил годами. Да, это очень хреново, дружище. Так. Я не знаю еще, какие горшки тут ломать надо. Ну, я, по-моему, уже все тут разломал. На первом этаже еще что-то может быть. То сидит здесь, а я такой тихонечко пробираюсь. Это очень опасно, конечно, но... Я сейчас просто возьму дверь, вот так закрою и дую вниз. Вот таким вот образом. Я внизу, можно еще разбить лампу. Зря я, наверное, это сделал. Вот еще горшок есть. Майкл, ты ассол. Это ты? Тоже тут разобью. И спрячусь тут. Вот. Надеюсь, меня тут никто не найдет. На всякий случай зашторюсь вот так вот. Жалко, помыться нельзя. А то весь потненький уже. Ну что это там? Он тут же татусит. Дверь! Блин, дверь прямо перед собой закрыл. Ну что ж, продолжаем бить цветы. Опа. А, я думал, это записка, но это нет. Это не записка. Блин, какой цветок еще раз бить-то? Ключ! Есть. Есть, бери ключ. Все, валим отсюда. Дверь заперта. Черт, не эта дверь. Есть, мы вышли. И я никого не замочил, между прочим. Улица. Фонарь. Аптеки нету. Ладно, здесь еще одна записка. Джек, если ты умеешь читать, то уже понял, что я проверю тебя на вшивость. Я люблю Ханну истинной любовью и уже довольно давно. Может, слишком давно. Все шло прекрасно, но однажды появился ты. Ты испортил мне все планы. Знал бы ты, как я тебя ненавижу, Джек. Но я разумный человек. Я допускаю, что между вами могут быть настоящие чувства. И если ты это докажешь, я отступлю.
Приходи на 1513 Вестфорд Стрит и покажи, чем ты лучше меня, PC. Если честно, я немного на взводе. Так что имей в виду, до рассвета я буду сражаться. Но когда солнце взойдет, уже будет поздно. Мы с Ханой вознесемся на небеса. Вот ублюдок, он хочет убить ее и себя. Надо поторопиться. Но что будет дальше, ты узнаешь в следующей серии. Поэтому не забудь поставить лайк, подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующий ролик. И тогда мы с тобой точно увидимся. Так что до встречи.